Привет, мои хорошие, вы на канале Ушастый Кидс. А у нас сегодня новая серия и новое соревнование среди моих любимых кошечек. Смотрите, кто у нас сегодня будет собирать золото. Анжела Джин, Анжела Ведьма и Анжела Единорожка. Вот они, самые клевые кошечки из игры «Бег за золотом». Ну что, вперед, воришка Енотик уже побежал рассыпать золото. Смотрите, сколько много слитков. Телепортируемся в город, кошечки. И скорее, скорее собирать золото. А кто у нас там уже на первом месте? Ничего себе! Анжела Ведьма, представляете, у нее уже 28 слитков. Пока она... Ой, какой уже 55! Уже пока я вам говорила, на первом месте уже Анжела Джин. Она взяла самолетик, и ведьма тоже не отстает, тоже взяла самолетик. А ну... Теперь ведьма на первом месте, на втором единорожка и самая последняя джин. Да, вот это шустро, они сегодня собирают золото. Ой, смотрите, единорожке повезло, она нашла двойные слитки золота. Мои хорошие, пока кошечки соревнуются, скорее подписывайтесь на канал Ушастый Кидс. Давайте насобираем на канале 1 миллион подписчиков. Кнопочка подписаться прямо под этим видео, мои хорошие. Нажимайте ее скорее. Ой, Анжела джин врезалась, и я ее спасаю. А у кого больше всего золота? А на первом месте у нас единорожка. Она сегодня, кстати, участвует под номером 6. Кто болеет за Анжелу единорожку, напишите в комментариях цифру 6. А еще поставьте сердечки, мои хорошие. Еще в сегодняшнем ролике для вас будет много-много-много приветиков. Мои хорошие, комментарии под последними роликами закрылись. Напишите, пожалуйста, еще раз. Я вам передам приветики, хорошо? Под этим роликом пишите комментарии, а завтра я постараюсь вам всем передать, кого пропустила сегодня. Пишите обязательно имя и фамилию. На первом месте у нас по-прежнему Анжела Единорожка. На втором месте догоняет, вот-вот сравняет счет Анжела Ведьма. У нее уже 960, почти 1000 слитков золота. И кто болеет за Анжелу Ведьму, давайте напишем цифру 4 в комментариях. И поставьте ей сиреневый сердечек. Есть у вас там смайлы сиреневые сердечки? Ставьте их побольше и болейте за Анжелу Ведьмочку. Я, пожалуй, буду сегодня болеть за Анжелу Ведьму. Цифра 4, кто вместе со мной, и цифра 2, кто болеет за Анжелу Джина. У нее пока меньше всего, 860 слитков золота. Она у нас отстает 900 уже, ну скоро будет 1000. Давай скорей, ой, опять врезалась, по-моему, Анжела Джин сегодня не выспалась. Как вы думаете, она постоянно падает? Может быть, она хочет спать? Ладно. Сейчас посмотрим, что будет дальше с нашей кошечкой Анжела Джин. Цифра 2, мои хорошие, если болеете сегодня за нее. Ой, смотрите, Анжела Ведьма у нас взяла котелок. Какая она в нем клевая. У нее уже почти 2000 слитков. И, кстати, Анжела Ведьма всех обогнала. У нее 2100 слитков, и она встречает воришку енотика. Он оставляет сейф, а в сейфе, помните, у нее много бонусов. Там есть взрывчатка. Там есть слитки золота и там есть бриллиантики. Мы потом обязательно откроем парочку сейфов. Анжела единорожка получает взрывчатку и одевает свой красивый шлем. Посмотрите, какая она красивая. Очень клевая, радужная у нее холочка. И классный костюм единорожки, прям как пижамка. Ну, Анжела единорожка и ведьма мои любимые персонажи в игре «Бег за золотом». Еще люблю принцессу Анжелу. Не забывайте, мои хорошие, цифра 6, кто болеет за единорожку. И у нее 2300 слитков. 2400 слитков на первом месте по-прежнему Анжелы Ведьмы. Ведьма пока у нас не уступает никому первое место. И у нее двойные слиточки. Смотрите, сколько много она их собирает в аквапарке. Очень много золота у ведьмы. Ух ты, а мне кажется, она сейчас... Ой, еще магнит, вот это ей везет. Двойные слитки опять. Ничего себе, Анжела Ведьма рулит, мои хорошие. У нее сейчас будет 3000 слитков золота, представляете? Очень много золота у Анжелы Ведьмы. Отлично, 3000 слитков золота. Двойные очки берет Анжела Ведьма. И бонусов у нее больше, чем у всех остальных. Но тут Анжеле Джину тоже повезло. У нее тоже магнит и двойные слитки золота. Отлично. Анжелочка у нас собирает все золото по городу. Итого у нее 2500 слитков золота у Анжелы Джина. Она приближается к единорожке. А вот Анжела Ведьма сильно вырвалась вперед. Двойные очки берет Анжела Ведьма. Но сегодня они нам не важны. Самое главное, у кого больше всех слитков золота, тот и выиграет, мои хорошие. Так, давай еще скорее бери немножко золота. Вот так.
Мне кажется, Анжела ведьма сегодня Ника. Вау, двойные слитки у нее. Отлично, цифра 4. Как вы думаете, догонит ли сегодня Анжелу ведьму кто-нибудь? Или она все-таки будет первой, кто вместе со мной болеет за Анжелу ведьму? Цифра 4. Мои хорошие, завтра у нас выйдет новый ролик в 17:00. Помните? На нашем канале новый ролик в 17:00. Напишите, кто завтра будет смотреть новую серию. Так, Анжела Единорог у нас 3550 слитков насобирала. И берет самолетик. Вау, самолетик с двойными слитками. Это же круто. Смотрите, сколько много золота. Ай-яй-яй. Бонус перестал действовать, но все равно наверху золота много. А у Анжелы ведьмы воришка енотик оставил 100 слитков в подарок. Итого у нее уже 4200 слитков золота. Хороший результат. Анжела ведьма впереди всех. 3800 слитков у Анжелы единорога, и у нее закончилось топливо. Пора готовить парашют и приземляться, мои хорошие. Побежали, да, вау, опять двойные слитки у ведьмы. Да она что, заколдовала там что-то? У нее постоянно двойные слитки и магнит. Она точно пустила свои чары. Так, у Анжелы единорожки тоже двойные слитки. Мы взяли их на самом верху, на крыше машины огромной грузовой. И теперь тоже собираем их. Жалко, что мы не нашли магнитик. Придется собирать все золото вручную. Ой, смотрите, наверху берем, а внизу пропускаем. Так вот же и магнитик. Ой-ой-ой. Вот же магнитик для единорожки. Отлично, двойные слитки еще действуют, так что мы успеем насобирать все золото в локации, пока магнитик не закончит свое действие. Итого 4200 слитков. У Анжелы ведьмы уже 5000 слитков. Она самая первая, мои хорошие. И играет она у нас сегодня под номером 4. Еще магнитик у Анжелы ведьмы. Ой, она врезалась. Давайте-ка ее спасем. Ух ты, какая она злая. Вы видели? Она совсем недовольна, что врезалась. И снова двойные слитки. Да что же такое? Наверное, наша Анжела ведьма точно колдовала сегодня. И наколдовала себе кучу бонусов. А теперь этот волшебный котелок. Смотрите, и у нее снова больше. Вау, еще самолеты, двойные слитки. Вот это да. Сейчас у нее будет 6000 слитков. 4500 слитков у Анжелы единорожки. И она у нас в космической локации. Сейчас мы будем расстреливать пришельцам. Вот вам. Расстреляем все корабли и заберем золото. Мои хорошие, вам нравится сегодняшнее соревнование? Если нравится, ставьте ваши лайки. Мне будет очень приятно. И обязательно подписывайтесь на канал Ушастик Кидс. Наша Анжела Джин сегодня проигрывает. Хотя, вы знаете, у нее 4600 слитков. У нее есть еще все шансы занять второе место. Она у нас подсуетилась, нашла магнит. И еще один магнитик берет. Неплохо. И, возможно, у нее сейчас есть все шансы занять второе место. На первом, мне кажется, все-таки бесспорно будет Анжела Ведьма. Ведь у нее уже 5650 слитков. И снова двойные слитки золота. Мои хорошие. Вот это ей везет. Так, и 5700 слитков. Нет, нет, еще не время врезаться. Чуть-чуть у нас осталось до конца соревнования. Я вижу, ведьмочка уже устала бежать. Анжела Джин у нас сегодня сонная. Залазим в старую вагонетку. И с Анжелой Джином попробуем догнать Анжелу Ведьму тут. Все-таки Анжела Единорог вырвалась вперед. И мне кажется, второе место все-таки будет за ней. А ну, стоп, игра! Анжела Джин тоже останавливается, и сейчас мы сверим результаты, посмотрим, кто у нас самая шустрая кошечка была сегодня. У Анжелы Джина 5856 слитков золота, и это самый большой результат. На втором месте единорожка, у нее 5290 слитков, может быть еще чуть-чуть, она успела догнать ведьму. И самая последняя Анжела Джин, она сегодня насобирала меньше всего слитков золота. Ну а теперь мы откроем все сейфы, которые нам подарил воришка енотик, и посмотрим, какие бонусы нас ждут тут. Вот такой откроем сейф, обычный, откроем сейф с бриллиантами и деревянными. Сейф, если у нас, конечно, получится. А вот мои пушистики из игры «Бег за золотом». Как вы думаете, между кем стоит соревнование в новой серии? Ведь скоро у нас откроется какое-нибудь соревнование, может быть, «Сила цветов» или «Волшебная лампа Джина». Помните, было соревнование «Волшебное желание»? Интересно, что мы будем собирать после обновления игры «Бег за золотом»? По-моему, уже как раз в среду у нас выходит соревнования, и до конца недели они будут. Не забывайте писать имя и фамилию в комментариях, если вы хотите получить привет от канала. Ну а на этом все, мои хорошие. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки. Увидимся с вами завтра в 17:00. Хорошо? Если хорошо, тогда до встречи. Пока-пока.